Друзья, приветствую вас на моем канале. Всем очень-очень рада, всем добро пожаловать. Дождь такой же сильный идет. Не прям ливень, но вот конкретный дождь. Я дошла наконец до почты. И мой день продолжается вместе с вами. Здесь в бизнес-центре «Маяк», видимо, сдаются помещения в аренду. Вот я вижу, что написано «Сова, логопед». Ладно, сегодня не пойдем, я уже нагулялась. В следующий раз обязательно зайдем, посмотрим, что там внутри. Сколько стоят номера в этом отеле «Маяк». И что вообще у них там еще есть. Ребят, уж не обессудьте, пока буду дело держать в секрете. Попозже обязательно, 100%, поделюсь с вами. Расскажу, куда и зачем отправляю заказное письмо. Пока боюсь сглазить. Друзья, вы не поверите, дошла до почты. На этой же бумажке, где написано «Обед с 12 с часа до 2», там же написано «Понедельник выходной». Представляете? Куда я смотрела, я не знаю. В общем, подошла на остановку. Подошла к остановке, жду автобус, поеду в центральную почту. Потому что мне сегодня надо последний срок, последний день. Сегодня нужно отправить это письмо. Чудо. Куда я смотрела, я не знаю. Ребят, раз уж приехала в центр, решила зайти в Мега Хенд. Давайте посмотрим, сегодня хорошая скидка должна быть. Людмила Николаевна встретила, вот вместе зашли. Сегодня 60% скидка. Сумки, рюкзаки. Такая, смотрите, сумочка. Музыка, правда, здесь популярная. А YouTube не любит популярную музыку. Куда мне Людмила Николаевна делась? Потеряла я ее. Только что стояла рядом. Я подошла к продавцу, спросила, снимать можно. Поворачиваюсь, все, ее нет. А вот она. Сколько такая стоит? 300 рублей. 300 рублей? Ну, 600 рублей, но сейчас будет 60%. Угу. Это, видимо, дорожка на стол. Этот скатерть 700 рублей, значит, 420, что ли, получается, да? Правильно я считаю, 60%. Как про Турцию я вам рассказывала. Нет, мы были в Турции, и там каждый вечер почти привозили кожаные изделия. И турок, значит, говорил с таким акцентом тюркским. По-русски. Там, уважаемые отдыхающие, там, 5-10, подходите, смотрите. Модели были, которые демонстрировали дубленки, куртки кожаные. 60% этикетка цена. Почему 60% этикетка цена? Потому что мы работаем от производителя. Мы запомнили, потом все прикалывались. 60% этикетка цена. Пижама симпатичная, но это, по-моему, один верх, без брюк. Фирма Sleep 1200, ну и минус 60%. Пожалуйста, Adidas настоящий. Олимпийка. Сегодня 60, завтра 70%. Я себе беленькую присмотрела, примерила. Вот не пойму, что за бренд. Сейчас посмотрю в Яндексе. Но вот рукава, плечи, капюшон, оторочено все настоящим шелком натуральным. Со скидкой сегодняшней 60%, 560 рублей. И хотела обувь вам показать. Сейчас поближе покажу вам. Вот, вот эти, например, кожаные. Внутри утепленные. А вот эти сколько стоит, Людмила Николаевна? Смотрите, 42 размер, шикарный ветер. Клевые казаки.
Вот ценник. 2200. 2200. Это от них 60%? Да. 2200 минус 60%. Там вот эти тоже неплохие дутики. Низ замшевый. Клевые, стиляжные. Азики настоящие, тоже утепленные внутри. Замшевые. Это замша или нет? Нет, искусственная. 38-й искусственная. Хорошо смотрится. Да, все нормально. Ой, еще тебе не труда, а тебя снег, а? Клевые адики. Да. Хорошо. Итальянские ботинки. Классные. Они как раз вам? Ну, они 39. 39. Огромная фирма Георг. Так, вязка мне понравилась и воротник. Резвимся с Людмилой Николаевной. Итальянская толстовка. Ребята, она такая приятная, бархатная, прям спереди классная. Сделано в Италии. Думаю, взять, что ли. Рукава хлопчатобумажная. Сама она тоже из хлопка, но она какая-то сама бархатистая. Вот. Полочка, по крайней мере, вперед. Куртка бонита итальянская. Рукав немножко подогнула. Чуть-чуть длинноват мне. Но ничего страшного. Классная, мне нравится. Это бордово-малинового цвета и с черным рисунком. Ребят, 1600, не шухры-мухры, итальянская куртка. Ну, надо отнимать сегодня 70%. Вот этот френч, чистый хлопок, но он на ощупь, знаете, такой бархатистый. Приятственный. Сидит вроде бы неплохо на мне. Мне такой фасон нравится с погончиками. Ну, желтый мне, во-первых, большевато, рукава такие широкие. В общем, оверсайз в дырочку. Ну, так клевая, неплохая. Такая типа стройотрядовская. 360 рублей сегодня. На клепках. Френч превращается в жакет. Угу. Людмила Николаевна говорит, что это валяная шерсть. Да. Натуральная. Опа. Угу. Да. Жакетик тоже хорошо смотрится. Классно. Это мне подсказали, называется Duffel Coat. Duffel Coat. Я-то его тренч называла. Нет, Duffel Coat. А
А тренч другой. Почему? Потому что тут рукава есть, видите, на локтях. Оно нет. И он такого. Вот, а мне как раз. Оно мне не. Но я думаю, с чем я буду, если ну, что, носить. Смотри, одень. Может, мне юбку интересно. А мне очень понравился вот этот шарф. Я его возьму. Классный. Яркий такой. Сочный. Вот уже итальянская олимпийка Бонита. Бонита, значит, прекрасная, великолепная. Ребят, время 17:05. Почту сейчас закроют. Какие люди в Голливуде? Людмила Ефремова. Сейчас мы ее напугаем. Одену, то будет еще уже. Приветик. Давай, я на почте буду. Время 17:05. Я бегу на почту. Под последний звонок. Люда меня там заберет на почте. Она на машине. Я думала, не уйду. Под конец столько хороших вещей мне попалось. Практически новых. И по дешевой цене. В общем, я решила завтра приехать. Завтра 70% скидка. Завтра приеду, посмотрю. Людмила Николаевна говорит, ей тоже понравились вещи, которые мне. Она говорит, если ты не приедешь, мне пиши WhatsApp. Я не приеду. Тогда, говорит, я вот это возьму. Я говорю, ладно, хорошо, договорились. В общем, развлеклись, повеселились. Все, ребят, Люда меня везет домой. Я нашлепалась сегодня, находилась вообще, знаете, вот без ног. Ноги гудят. Хочется скорее домой прискакать. И вверх ногами. Ласты кверху. Все, приехали. Пока, Люд. Пока. Давай, счастливо. Пока. Ой, на улице как хорошо. Красота. Там, кстати говоря, в Мегахенде мне что понравилось, окна открыты. Свежий воздух прям у них. Потому что во всех остальных магазинах сейчас все закупорено. И особо-то... Ну, непроветриваемое помещение, как правило. Все, Люда поехала домой. Ее гордейка ждет. Я тоже пошла домой. Друзья, очень насыщенный был день. Но вот сейчас вышла, воздух отдохнула и прям, знаете, усталость как рукой. Хорошо себя чувствую, слава богу, настроение хорошее, чего и вам всем желаю. Обнимаю вас, надеюсь, скоро увидимся. Пока-пока. Друзья, поджарила куриную грудку, но не целую грудку, я покупала филешки в Магните. Гарнир ничего варить не стала, потому что сил нет. В общем, открыла баночку фасоли. Думаю, все-таки белок растительный. Сейчас курочку с фасолью поем. Всем приятного, кто со мной трапезничает.